Всем привет, ребят, меня зовут Денчик, и мой канал забанили. Но спонсор этого выпуска — мой второй канал. Он только что появился, он совсем новый, он классный, подписывайтесь, ребята. Там, скорее всего, в ближайшее время будет много контента. Я на самом деле даже не знаю, как это обозвать, потому что прямо сейчас, ну буквально где-то час назад, каналы практически всех русскоговорящих фиферов были забанены. Во всяком случае, их нельзя смотреть на территории России. По поводу причины, скажем так, она была, но абсолютно все все исправили, и теперь вообще абсолютно непонятно, почему. Ответ на этот вопрос нам еще предстоит узнать, и, естественно, мы будем этим всем заниматься, все дружно, все вместе. Но теперь какое-то время на главную страницу канала с территории Российской Федерации попасть не удастся. Ну а для тех, кто из России, есть, кстати, способ, как зайти на главную страницу канала. Вот если у вас вот такая надпись вылезает, снизу написано «Страна России». Вы просто берете и выбираете абсолютно любую другую страну, например, Украина, и спокойно сможете зайти на главную канала и смотреть все, что выходит, быть в курсе событий. В любом случае, те, кто подписан на канал, новые видео будут отображаться в подписках, и вы их должны видеть. И в первую очередь, конечно же, это видео для того, чтобы донести до вас информацию, а во-вторых, проверить, сколько людей смогут ее посмотреть. То есть, насколько проседают просмотры, и насколько я могу дальше распространять свою информацию. Ситуация непонятная, ситуация непростая. Будем в ней все вместе разбираться. Самое главное, ребята, не отписывайтесь. Подписывайтесь на второй канал. Следите за соцсетями, Инстаграм, ВКонтакте. Там будет много информации. Мы с вами точно прорвемся. В любом случае, контент будет. Даже если не на основном канале, то будет на втором канале. Который, если совсем все плохо будет, станет первым. Но, скорее всего, такого не будет. Мы с вами разберемся, мы с вами прорвемся. Так что ставьте лайки. Подписывайтесь на мои оба канала. Ну и с вами был Денчик Фломастеров. Мы обязательно победим, выстоим, и все у нас будет хорошо. Я вас люблю, мои подписчики. Всем пока.